Добрый день, дорогие граждане Республики Молдова, уважаемые избиратели, уважаемая пресса. Сегодня партия регионов Республики Молдова презентует программу 2021 на предстоящие досрочные парламентские выборы. Совместно с вице-председателями, я Александр Калинин, председатель партии регионов, мы презентуем данную программу. Я передаю слово вице-председателю партии, господину Александру Илица. Бонас зива, драчи лигатори, драчи цицини, Республики Молдова. Добрый день, многоуважаемые, дорогие избиратели, граждане Республики Молдова. Партия регионов Молдовы – это союз истинных патриотов своей страны, исполненных духовных и морально-этических ценностей и до глубины сердца переживающих за будущее своей страны и своих детей. Будут ли они жить в свободной и независимой Молдове? Или будут, и будут ли они хозяевами на своей земле? Или станут чьими-то вассалами? Руководство и политуправление партии регионов Молдовы – это союз богатых людей, богатых нищетами в офшорах, виллами и яхтами, а своей семьей, детьми и добрыми делами, осуществляемыми по зову сердца и в соответствии с призванием и талантами, и направленных на конкретных людей, граждан Республики Молдовы, как внутри страны, так и за ее пределами. Это союз людей, не запятнанных в коррупционных скандалах и не причастных к разграблению своей страны. Мы – выходцы из народа, мы – часть народа Молдовы, знающими на себе все его нужды и чаяния, и воспринимающие политическую деятельность как миссию, как служение своему народу и своей стране. Мы берем на себя ответственность за будущее Молдовы, так как та бизнес-политическая элита страны, которая 30 лет управляла нашей страной, от имени народа привела, или правильнее даже сказать, довела этот народ и всю страну к обнищанию, депопуляции, потерю самоидентификации и самоуважения и практически к банкротству. В связи с этим, на основании консультаций с простыми гражданами Республики Молдова, как внутри страны, так и с диаспорой, разработана программа конкретных действий по спасению и сохранению Республики Молдова как свободного и независимого государства. Для этого будут предприняты ряд мер по объединению страны, как территориальному, так и наших граждан, разделяемых по языковой, геополитической, партийной и другой принадлежности. Для этого необходима политическая воля для неукоснительного соблюдения основного закона Республики Молдова, Конституции Республики Молдова. Во-первых, это безоговорочное сохранение статуса Молдовы как нейтральной стороны, демилитаризация этого региона, не вступление Молдовы ни в какие военные и военно-политические союзы и блоки. Молдавские граждане не отправляются и не участвуют ни в каких военных и военно-миротворческих миссиях. Во-вторых, опираясь на почти тысячелетнюю историю молдавской государственности и политкультурного многонационального этноса, вернуть в образовательный куррикул предмет «История Молдовы», вернуть в школу изучение русского языка как языка межнационального общения, а после проведения всенародного референдума придать русскому языку статус второго государственного языка. В-третьих, в целях сохранения суверенитета и свободы Республики Молдова, то, что даровано нам Господом Богом, и ради чего проливали кровь наши предки со времен Штефана Чумари, Дмитрия Кантемира, других воевод, так и в годы Второй мировой войны, в других конфликтах, когда наш многонациональный народ по духу своему миролюбивый, гостеприимный и радушный, как один вставал на защиту своей земли и право свободно жить на ней. Не только де юре, но и де факто запретить все политформирования и деятельность унионистского рода, вне зависимости от векторности и полярности. И, наконец, принимая во внимание, что на протяжении всей истории Молдовы и по сегодняшний день практически все, или, по крайней мере, подавляющее большинство граждан Республики Молдова по духу и по сути своей являются носителями христианских ценностей, заповеди и устоев, и невзирая на то, что в мире под прикрытием идей гуманизма и толерантности узаканиваются и навязываются чуждые нашему народу ценности и нормы,
законодательно закрепить пропаганду образа мысли и жизни, которые Святое Писание характеризует однозначно – грех. Все это в совокупности с другими решительными шагами снимет градус недоверия и подозрительности между нашими сородичами, братьями и сестрами, как по обоим берегам Днестра, так и местам компактного проживания гагаузов, болгаров, украинцев и так далее, и приведет к объединению для созидания нашей любимой цветущей Молдовы. Спасибо. Спасибо, Александр, большое. Уважаемые избиратели, мы предъявляем требования к кандидатам в президенты, кандидатам в парламент Республики Молдова, к чиновникам. Но почему мы с вами сами нарушаем основной закон Республики Молдова, Конституция? Господин Ильица сказал, что мы будем выходить законопроектом о том, чтобы русский язык стал государственным, вторым государственным языком в Республике Молдова. Почему мы с вами называем наш молдавский язык, который закреплен в Конституции и который функционирует на основе латиницы, мы все называем румынским языком? Давайте тогда мы действительно проведем референдум и определимся. Самая большая проблема любой нации, когда нет идентификации. К сожалению, за последние 30 лет независимости мы с вами потеряли идентификацию. Мы прекрасно понимаем, когда мы говорим об японцах, кто это, что это за народ, когда мы говорим за американцев, когда мы говорим за педантичных и пунктуальных немцев. Но что мы думаем, когда мы говорим о себе? Что о нас думают, когда говорят «Молдова» и «Молдаване»? Как мы идентифицируемся? В этом основная проблема, и мы не найдем с вами выход, пока у нас не будет единой национальной идеи. И эта идея должна заключаться в самоидентификации. И наши заявления, наша программа – это не пустые слова. Те слова, которые действия, которые всегда высказывал и пытался реализовать экс-президент нашей родной и любимой страны, который только популистически пытался вводить в заблуждение граждан Республики Молдова, принимать законодательные инициативы, законы с нарушением всех регламентов, зная, что Конституционный суд отменит данное решение, но показывать народу, что якобы он готов помочь. Никогда он этого не делал, и во втором блоке я сорву все маски с экс-президента Республики Молдова Дадоном. Я передаю слово экс-председателю партии регионов Сергею Пашкову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые сограждане, уважаемые представители СМИ. Братья и сестры, потому что мы веками живем вместе, и когда-то мы не различали, кто молдаванин, кто гагауз, русский, украинец, ром или представитель другой национальности. К сожалению, за последние 30 лет, именно разыгрывая этот национальный вопрос, наши политики, политиканы, их можно так назвать, разделяют нас именно по национальному признаку, этническому, хотя мы все выросли на этой земле, мы родились здесь, здесь жили наши предки и их предки. Поэтому мы, каждый из нас, на самом деле душой болеем за то место, где мы живем, и хотим, чтобы здесь было жить комфортно, чтобы мы были защищены в экономическом плане, в правовом, в социальном, чтобы государство наконец-то перестало решать вопросы тех временщиков, которые приходят к власти в данный момент и решают больше свои какие-то политические, партийные или шкурные интересы. Мы объединились в партии регионов, потому что мы видим партию, не стоящую во главе интересов государства и избирателей, а именно интересы государства и жителей этой страны для нас стоят превыше, чем интересы партии, потому что партия, ну, это всего лишь инструмент, который позволяет объединить вместе людей, объединенных общими ценностями, наверное, общими целями. Один из наших лозунгов является, что новые лица, то есть лица, которые не имеют негативного политического прошлого, которые не замараны обманами избирателей.
традиционные ценности, потому что мы за традиционные ценности. Мы христиане, и Молдова в основном своей массе, но это страна христиан, при всем нашем уважении к другим религиозным конфессиям. Поэтому для нас важны такие традиционные ценности, как семья. Семья, которая является краеугольным камнем этого общества. Вы простите, я волнуюсь, я не оратор, и для меня не очень привычно выступать перед камерами и микрофонами. Но я постараюсь своими словами донести то, что мы хотим сказать. Потому что мы из народа. Мы, как правильно сказал Александр Ильица, мы живем среди народа. Я живу в небольшом украинском селе Ферапонтівка, в 10 километрах от Камрата. В простом доме, не особняке трехэтажном, не езжу на Мерседесе, езжу на мотоцикле. Причем в грузовом мотоцикле. То есть мы живем среди людей и знаем реально их потребности. Мы решили заняться политикой не потому, что мы хотим удовлетворить какие-то политические свои амбиции, заработать много денег и отправить детей жить в Англию или в Америку. Нас просто, как бы это сказать, культурно это все уже достало. Достало, что эти одни и те же лица в политике 30 лет. Они ходят из партии в партию. Они меняют свои обещания. Они меняют свой политический окрас. Но ситуация в Молдове не то, что не меняется, она ухудшается. Мы видим это с каждым днем. Потому что то, что творится в этой стране, уже ни в какие рамки не укладывается. Вы знаете, что у нас нет независимой правовой системы. Что в судах решает тот, чью партию представляет данный судья или у кого больше денег. А при зависимой судебной системе мы не можем говорить о инвестициях в эту страну, потому что ни один нормальный человек сюда не принесет деньги, зная, что их у него могут забрать просто решением коррумпированного суда. Нас достало то, что правоохранительные органы, в которых много честных и порядочных людей, но которые тоже вынуждены подчиняться руководству, которое также политически ангажировано или которое также проплачивается. Нам надоело то, что при огромном количестве хороших, ответственных медицинских работников у нас очень плохая медицинская система. Потому что, вы сами знаете, сейчас пандемия, да, у нас, во-первых, пандемия показала, что насколько мы не готовы вообще к таким глобальным проблемам, которые могут возникать. Так и то, что под прикрытием пандемии у нас были пущены на самотек такие важные заболевания, как онко, в котором процент заболевания, который в Молдове просто катастрофический. И я уверен, что каждого из жителей в той или иной степени это затронуло. Причем, кого это затронуло, вы знаете, что операция, чтобы сделать вам операцию в онкоинституте, с вас требуют сумасшедшие деньги, при том, что вам не гарантируют выздоровление. Это было и у нас в семье, когда мой дядя, царство небесное, заболел, требовали 5000 евро за операцию, хотя знали, что она не принесет никаких результатов. Что мы хотим сказать, что пора вводить такую вещь, как индивидуальная ответственность политиков за их предвыборные обещания. Такую вещь, как люстрация чиновников за халатное или недобросовестное исполнение своих обязанностей. Вы знаете, что бюджет пилится. Пилится везде, от локальных до региональных и национальных масштабов. Достаточно посмотреть, не надо смотреть декларации доходов, надо посмотреть, как живут эти чиновники, как живут эти политики, откуда у них на их зарплаты эти шикарные особняки, эти огромные счета за границей, недвижимость за границей, люксовые автомобили и так далее. Мы, приходя к власти, готовы дать юридическое обязательство, я не знаю, как это правильно выразить, в том, что если мы в течение, допустим, первых 2 лет не сможем выполнить или не будет никаких действий по выполнению наших предвыборных обещаний, мы готовы сложить в себя эти политические полномочия, потому что мы идем в политику не для того, чтобы что-то заработать. Мы идем для того, чтобы изменить эту жизнь в этой стране в лучшую сторону. И если мы не можем это сделать или не хотим, то значит мы недостойны, и мы должны уступить место тем, кто более достоин. Я живу в Гагаузии. Вы знаете, что Гагаузия спекулируют как левые, так и правые.
постоянно спекулируют, потому что левые обещают русский язык, второй государственный, принятие уложения в полном объеме, гармонизировать его законодательством Республики Молдовы. Это длится почти уже 30 лет. Ни одно обещание не выполнено. Партия социалистов в последний раз, имея полноту власти, имея огромную поддержку в Гагаузии, не выполнила ни одного данного обещания. Я уже не говорю об общемолдавских обещаниях, такие как расследование кражи миллиарда и много другого. Правые пугают гагаузов, то есть левые пугают гагаузов румынскими танками, да, правые пугают, что гагаузы придут с российскими танками и будут здесь навязывать российскую власть. Нам надоело, что Гагаузию используют как пугало, или как кинули им сладкие обещания, мы поверили и нас опять использовали. Мы хотим, хотя вы знаете, очень замечательные есть в уложении, то есть в главном законе Гагаузской республики Гагаузири, есть очень четкий такой пункт, допустим, что Гагаузия привержена принципам мира и добрососедства, уважение и защиты суверенитета и целостности Республики Молдова. Гагаузы — это те, кто не хочет уезжать из Молдовы, кто любит эту Молдову как свой дом. Но мы хотим, чтобы Молдова была независима. Мы не хотим ни в одну сторону, ни в другую. Мы хотим, чтобы Гагаузия развивалась в составе Молдовы. Чтобы центральные власти обратили наконец-то внимание, что гагаузы – это небольшой народ, который искренне любит свою родину. И которого не надо ущемлять, а достаточно уважать их, прислушиваться к их мнению. Мы не просим многого, мы просим то, что нам нужно. У нас есть в уложении очень замечательный пункт, как население Гагаузии обязано содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, стремиться к укреплению мира на основе норм международного права. Наш народ взял на себя обязательство укреплять дружбу. Вы понимаете, это ответственность какая? Дальше. У нас есть вопросы, потому что... Вы знаете, у многих, практически у всех высших чиновников Республики Молдова есть двойное гражданство. Мы считаем, что человек, который занимает ответственный пост, который влияет на решение или на принятие тех или иных законов в Молдове, или исполнение, имеет двойное гражданство, то есть давал присягу другому государству, значит, будет защищать интересы того государства. То есть мы требуем, чтобы все чиновники, которые приходят на крупные посты, должны отказываться от других гражданств, потому что мы обращаемся к тем, кто живет в этой стране, кто не уехал, несмотря ни на все трудности, как говорится, несмотря ни на что и вопреки всему, несмотря на все усилия наших политиков и властей развалить и довести до нищеты эту страну, мы остаемся здесь, мы здесь работаем и пытаемся что-то исправить. Я много лет работал с молодежью, создавал волонтерские клубы. И когда я занимался рекрутингом, я всегда говорил ребятам так, что мне интересны из вас те, кто хочет меняться сам в лучшую сторону, развиваться, потому что в наше время сейчас достаточно возможностей, не обязательно иметь очень богатых родителей для этого. И те, кто готов изменять к лучшему жизнь вокруг вас. Потому что таких процентов 20 это максимум. Остальные 80, я так обращался, что это те, кто будет сидеть на кухнях, пить там водку, пиво, и ругать всех. Это те, у кого будут виноваты в их жизни все, кроме их самих. То есть это у них и правительство, и чиновники, и жена, и директор, и все остальные виноваты. То есть я хочу, чтобы мы донесли путем нашей работы до граждан, что ответственность, мы должны брать ответственность за происходящее в нашей стране, вокруг нас, в наших селах, в наших городах, в свои руки. Потому что когда мы ждем, что к нам кто-то придет и изменит жизнь к лучшему, ничего не изменится. Пока мы не начнем контролировать госзакупки, создавать общественные советы, смотреть, как проходят тендеры, кого выбирают. Причем интересный закон по тендерам, что выбирать все-таки, наверное, не тех, кто дает меньшую цену, а тех, кто дает гарантию качества. У нас в Ферропонтике в прошлом году делали дорогу, завезли низкопробный щебень. Дорога новая, в которую вбуханы миллионы, продержалась максимум месяц или два. Максимум. Приехали, пофотографировались, отчитались о сделанной работе. Село осталось не просто без дороги, а дорога стала еще хуже, чем было до этого. И такие проблемы повсеместны. И такие проблемы, к сожалению, у нас во всех областях. У нас
Главная проблема, мне кажется, в том, что у нас на самом деле очень много хороших законов. Очень много. У нас нет ответственности за их неисполнение. У нас принимаются какие-то государственные программы для людей с повышенными потребностями. Так они нуждаются, понимаете, в конкретной помощи. Не просто сделать для тех колясочников пандус, а сделать так, чтобы по нему можно было проехать, заехать. У нас в примарию на второй этаж нельзя человеку с коляской подняться просто физически. Просто. У нас в поликлинике то же самое ограничен доступ. У нас везде такие проблемы. Так может мы все-таки начнем обращать внимание на них, потому что ну, важны мелочи. Важны мелочи, из которых складывается комфортное проживание нас в нашей стране. Пенсионеры, нищенские пенсии. Какую-то обещают небольшую индексацию или дают эти по 100 лей на отопительный сезон. Но это унизительно. Вы понимаете, что вы унижаете наших же родителей. Понятно, что вы у власти своих родителей, конечно, обеспечили. Но кроме ваших родителей есть еще масса, основная часть жителей этой страны. Разговаривал с кем-то буквально на днях, говорю, ну нам надо отучать людей. Когда-то я даже сам говорил, что ну, дают разные партии вот эти вот там пакетики или деньги, или что, берите. Берите у всех, голосуйте так, как вам позволяет совесть. Потому что все это все равно за наши деньги куплено. Но это неправильно. Я сам осознал, что это неправильно, потому что когда мы у них берем, мы в первую очередь унижаем себя. Мы продаемся за те 100-200 лей и продаем будущее наших детей, будущее наших внуков. Мне человек ответил, что ну так почему? А пенсионер радуется, ему вот в этот момент какая-то помощь. Он радуется. Так вам позор, что пенсионеры этому радуются, что мы довели наших родителей до того, что они радуются этим подачкам от политиков и государства. Давайте создавать им какие-то комфортные условия, давайте обучать их какой-то компьютерной грамотности, чтобы они могли как-то, может, кто-то дома в селах особенно делает брынзу, кто-то же делает еще, кто-то делает вино, кто-то вяжет носки, еще что-то, что могли они объединяться, и учитывая, что у нас достаточно мощная программа по развитию туризма, могли бы это все продавать, тем более все это сделано из экологически чистых продуктов. Услышал недавно интервью одного из тут недавно образовавшегося блока политического, так они продвигают сейчас такую тему, что не надо бороться с коррупцией. Я, честно говоря, в первый момент даже не поверил своим ушам. То есть, оказывается, коррупция у нас в стране, это не проблема. Это не настолько приоритетная проблема, чтобы этим заниматься. То, что размеры коррупции исчисляются уже миллиардами, которые должны быть в бюджете, которые должны крутиться и которые приносить пользу обществу, для них это не проблема. Хотелось бы такой вопрос еще о децентрализации отметить. Особенно распределение финансов, реализуемых государственных программ, которые у нас делаются по партийным принадлежностям. Если ты относишься к правящей партии, ты будешь получать больше дотаций, больше будет реализовано программ, больше будет сделано дорог и всего остального. Если ты неугоден, находишься в оппозиции в данный момент, или твое мнение не совпадает с мнением правящей верхушки, то значит жители твоего населенного пункта будут обделены. Этот бардак надо заканчивать. Это надо заканчивать, потому что можно распределять более открыто, более прозрачно, по душам населения, по острой необходимости в том или ином населенном пункте, в решении в данный момент стоящей остро необходимой проблеме. Хотелось бы отметить такой вопрос насчет Гагаузии. Возврат всех служб, которые у нас вывели благодаря попустительству или при попустительстве, преступной попустительности наших руководителей в том числе. Потому что у нас забрали налоговую службу, таможенную, много чего другого. Многие политики нам обещали, учитывая, что население Гагаузии составляет 5% от общего населения Молдовы, 5 квот на выборах. В чем проблема? Во всех нормальных странах эта норма присутствует. 5 квот на 5 независимых депутатов, не по партийным спискам, потому что те, кто проходят по партийным спискам, они не отстаивают проблемы Гагаузии, не решают их. Они решают проблемы тех партий, которые, по спискам которых они туда проходят.
Хотелось бы выработка, то есть заниматься разработкой, принятием, контролем и ответственностью за исполнение законов и государственных программ. То есть, повторюсь, у нас очень много хороших законов. У нас разрабатываются очень хорошие программы, они, к сожалению, не работают, они не исполняются. И вот этот контроль и вот эта ответственность и суровое наказание за неисполнение мы в том числе и будем продвигать, находясь в парламенте. Спасибо. Спасибо огромное, вице-председатель партии регионов Республики Молдова господин Пашков. Уважаемые граждане Республики Молдова, партия регионов – это партия диаспоры. Партия представлена 10 кандидатами в депутаты парламента, которые идут по спискам от партии регионов. В партии регионов 10 человек, которые представляют Гагаузский регион. 4 человека, которые представляют Приднестровье. Мы объединили всех для того, чтобы учитывать в парламенте интересы всех граждан Республики Молдова. Очень много проблем у наших соотечественников, которые находятся за рубежом. И я это говорю не понаслышке, я об этом говорю как председатель Конгресса молдавских диаспор в Российской Федерации. Я являюсь главой молдавской диаспоры. На протяжении 20 лет мы оказываем всестороннюю поддержку. Но, к сожалению, за эти 20 лет проблемы не уменьшаются. И необходимо все больше и больше ресурсов для того, чтобы вам оказывать поддержку. На протяжении мандата экс-президента Дадона для вас ничего не изменилось. Для граждан, которые выехали в европейские государства, для осуществления трудовой деятельности и помогать вашим семьям, помогать вашим детям. Для граждан, которые уехали в Российскую Федерацию. Для того, чтобы растить ваших детей и содержать ваших родителей. Вы вырастите ваших детей, и, к сожалению, у многих из вас мысли о том, чтобы ваши дети уехали и как-то определились в других государствах, более развитых. Почему мы с вами хотим покинуть наш родной цветущий край, Республика Молдавия, СССР? Прекрасные овощи и фрукты, экологически чистые, наши конфеты, запах хлеба. Почему мы с вами это все хотим растерять? Почему мы не сохраняем то, что нам досталось от наших родителей? Партия регионов – это партия людей, которая болеет за свою родину. И мы все сделаем для того, чтобы оказать вам поддержку и помощь, где бы вы ни находились. Граждане, которые находятся на территории Российской Федерации, вы знаете, что по указу президента сейчас продлили срок льготного пребывания для вас на территории Российской Федерации до 30 сентября. Но 30 сентября ничего не изменится. Вы по факту будете в той же ситуации, в которой были до 15.06. И все посылы, которые дает Дадон, они ни к чему не приводят, они только вводят вас в заблуждение. Я перехожу ко второму блоку для того, чтобы рассказать, кто такой Дадон, истинное лицо. Вы знаете, что я баллотировался на должность президента Республики Молдова, и мы с моей инициативной группой были единственные, которые подвергались жесткому обращение со стороны представителей Дадона, избивали наших кандидатов. Один из моментов, о котором я не буду говорить более подробно, об этом будем разговаривать уже на этапе следствия, когда вопрос касался беременной женщины. После этого было принято решение о том, что мы снимаем свою кандидатуру для спасения еще не родившегося гражданина Республики Молдова. И все равно было тем людям, что перед ними женщина на втором месяце беременности. Они четко блюли интересы Дадона. После того, как я снял свою кандидатуру, ко мне подъезжали неоднократно разного уровня люди, криминальные элементы, официальные лица,
для того, чтобы меня убедить проголосовать и поддержать Дадона на президентских выборах. Мне предложили возглавить одну из нефтяных компаний, которая на выбор, которая владеет большим количеством заправок на территории Республики Молдова. И в разговоре было сказано, что все контролируется президентом, нефтяной бизнес, газовый бизнес, энергетический бизнес. При прохождении в парламент партия регионов Республики Молдова поставит вопрос о проверке данной информации, и если данная информация будет подтверждена, привлечь основного бенефициара к ответственности, который регулирует ценовую политику на рынке Республики Молдова. Мы получим ответ, почему же в бытность правления Дадона не повышались цены на бензин, на солярку, и почему сейчас уже неоднократно за такой короткий период времени, когда он проиграл выборы, цены растут неумолимо. Мы дадим ответы на все вопросы. Все причастные к данному преступлению, кто принимал участие в картельном сговоре, будут нести ответственность. Дадон очень лживый человек и очень мстительный. Он никогда вам, граждане Республики Молдова, не простит тот факт, что он проиграл президентские выборы. Никто не виноват в том, что он проиграл, кроме него самого. Ему постоянно все мешают. То олигархи, то политические конкуренты, и неважно при этом, на каком фланге вы находитесь, на левом, на правом, центристы. Господин Дадон, вы знаете, что мешает плохому танцору? Я думаю, вам пора очередной раз поехать к бабушке, которая гадает на яйцах. Пусть она скажет, в чьих они руках. Я обращаюсь к гражданам Республики Молдова для того, чтобы вы сделали правильный вывод. Мы проверим информацию о связи господина Дадона с коррумпированными элементами, которые находятся на территории Республики Молдова и также за ее пределами. По той информации, которая к нам приходит, пока информация не подтверждена официальными органами силовых структур, мы поставим вопрос о проверке информации о назначенных послах господином Дадоном в странах европейских государствах и в Российской Федерации. Мы проверим информацию, используются ли дипломатические каналы для перевоза с европейских государств в Российскую Федерацию через Республику Молдова наркосодержащие вещества. Мы проверим, господин Дадон, тот скандал, который был в Российской Федерации по поводу анаболиков. Есть информация, но мы ее предоставим официально. Где же грузился дипломатический автомобиль на территории Республики Молдова? В офисе какой партии? Да, господин Дадон? Ответьте на вопрос, истинная причина, почему был уволен господин Негуца. Либо вы не знали, что происходит на территории посольства. Раз вы не знали, значит, вы абсолютно были не осведомлены. Но по информации, которую мы получим, мы сделаем окончательный вывод. Я хочу обратиться к медийным холдингам, компаниям, которые блюдут интересы своих бенефициаров. У меня особый вопрос будет таким ресурсам, как «Аргументы и факты» в Молдове, «Комсомольская правда» в Молдове, НТВ в Молдове. Уважаемые руководители данных издательств, скажите, пожалуйста, прежде чем публиковать какую-либо информацию, вы проверяете источник? Допустим, информация о том, что президент Российской Федерации поздравил господина Дадона, господина Воронина с 80-летием. Прошу вас, первоисточник, который дал данную информацию, предоставить официальное подтверждение данной новости. По нашей информации, никакого поздравления не было.
Это все было сделано Додоном для того, чтобы очередной раз ввести в заблуждение граждан Республики Молдова, показывая, якобы Российская Федерация до сих пор взаимодействует и поддерживает Додона. Я являюсь помощником депутата Государственной Думы. И та информация, которая приходит, она соответствует действительности. Я хочу вам сказать, что никакой поддержки у Додона нет со стороны Российской Федерации. И вы не видите новых, не надо для этого иметь какие-то секретные источники получения информации. Никаких нету новых селфи, Додон без селфи жить не может. Он использует старые фотографии для того, чтобы поздравить с Днем России, при этом показывает фотографии 2-3-летней давности с президентом Российской Федерации, чтобы очередной раз ввести в заблуждение. Додон, я прошу вас проводить корректную политическую борьбу и не вводить в заблуждение граждан. Такая информация, как якобы представители диаспоры молдавской в Российской Федерации встретились с действующими депутатами Государственной Думы, где обсуждался вопрос о том, чтобы гражданам Республики Молдова дать возможность работать на территории России без патента. Уважаемые друзья, это абсолютный фейк. Прошу опровергнуть, Додон, вас данную информацию. Я, как помощник депутата Государственной Думы, официально заявляю, что данная информация является фейком. Как со стороны вас, ввиду того, что вы не предоставили, что значит диаспора встретилась, укажите лиц, которые уполномочены представлять интересы молдавского народа. Или вы говорите за тех людей, которых вы назначили как представителя партии, якобы он является лидером молдавской диаспоры. Господин Додон, быть лидером диаспоры невозможно по назначению какого-либо чиновника. Лидер диаспоры – это по признанию на протяжении долгих лет работы с народом, по признанию своего народа. Только тогда вы становитесь лидером диаспоры. Уважаемые граждане Республики Молдова, находящиеся на территории Российской Федерации, положение о том, чтобы работать без патента на территории России, возможно только при одном случае – вступление Молдовы в Евразэс. Именно эти страны освобождены от оформления разрешительных документов, в частности патента. Поэтому даже если и прошла колуарная встреча, то те депутаты парламента, которые готовы якобы выйти с этой информацией, оно ни к чему не приведет. И они сказали, что это будет сделано на следующей зимней сессии. В Российской Федерации выборы 19 сентября. И неизвестно, кто пройдет и пройдут ли они, которые дают обещание, якобы, что они будут этот вопрос поднимать. На этот вопрос уже в администрации президента Российской Федерации неоднократно отвечали Додону. При каких случаях возможно? Я призываю вас голосовать за партию регионов Республики Молдова. Первый наш официальный визит будет именно в Российскую Федерацию для решения ваших проблем. Вернемся к вопросу фейков. Партия регионов выйдет законодательной инициативой о том, чтобы каждый медийный ресурс и также физические лица, которые распространяют фейковые новости, несли за это личную персональную ответственность. У меня вопрос. Почему господин Додон, имея связи с определенными криминальными элементами, освобождает из тюрем криминальных авторитетов, представляет их государственной награде? А при личной встрече, неоднократно встречался с Додоном, говорю, 200 с лишним человек находится в центрах временного содержания в Российской Федерации, в тюрьмах, полноценных тюрьмах. Я прошу минуточку вашего внимания. Гражданин нарушил административный кодекс, нарушил срок пребывания в Российской Федерации. По закону России его задерживают в центре временного содержания и должны отправить за счет бюджета в страну исхода.
Мы уже находимся второй год в пандемии. В эту пандемию нету экстрадиции, выдворения, депортации с территории России. Этот момент я объясняю Дадону. Граждане сидят в полноценных тюрьмах за правонарушение, за которое не предусмотрен уголовный срок. Но Дадон почему-то это игнорирует, а криминальных авторитетов он освобождает. Он освобождает тех лиц, которые отстаивают его позиции. Звонят мне, угрожают моим людям, моей семье расправой, если мы якобы будем участвовать в политических баталиях. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые пытаются всячески возможными способами отстаивать положение Дадона. Если упадет хоть один волос членов моей семьи, моя команда кандидатов в депутаты является членами моей семьи. Будут оглашены все фамилии, все явки, все пароли. И нужно ли вам это? После прохождения в парламент мы поставим этот вопрос. В первую очередь, что необходимо сделать, это победить криминальную составляющую нашей страны. Чтобы мы не делали с чиновниками, каждый человек по-своему реагирует на деньги, по-своему реагирует на угрозы. У вас не получилось это в президентскую гонку. Не пытайтесь совершать более тяжелую ошибку на предстоящих парламентских выборах. У меня несколько вопросов господину Дадону по вопросу поставок сельхозпродукции на территории Российской Федерации. Вся продукция поставляется через определенные аффилированные фирмы. И вы не можете, если вы производитель, добровольно, самостоятельно вывести вашу продукцию на территорию России и продать ее. По нашей информации, Дадон лично согласовывает каждый автомобиль, каждый номер автомобиля. Через какой таможенный пост он будет проезжать. Граждане, которые являются производителями, должны оплатить пошлины, которые возвращаются не производителю потом, а возвращаются через фирмы-посредников. Данную информацию мы будем также проверять и привлекать к ответственности всех заинтересованных лиц. Тех лиц, которые открыли офисы в таких центрах плодово-овощной продукции, БАС, Фуд-Сити, по информации, которую опять мы получаем, не рассчитывается с нашими гражданами, которые поставляют продукцию под разными предлогами, не то качество, либо еще что-то. У каждого есть свой тариф. Если вы везете сельхозпродукцию, 1500 евро. Если вы хотите вывести мясную продукцию, 5000 евро с фуры. А что это такое? Объясните, пожалуйста, почему вы, производители, молчите об этом? Мы с вами встречаемся, вы обо всем мне рассказываете, но вы боитесь выходить. Раз боитесь выходить, я вышел. Прошу вас поддержать партию регионов, поддержать Александра Калинина. Мы поменяли сейчас логотип, в бюллетенях надо искать Александр Калинин, партия регионов, и голосовать. Мы именно те люди, которые реально окажут поддержку вам. И вы сможете спокойно перевозить вашу продукцию в любую страну, без того, чтобы вас облагали, либо коррумпировали. Мы возвращаемся в 90-е годы, когда паяльники, когда утюги на груди, когда криминальные авторитеты полностью под себя подминают все бизнесы в Республике Молдова. На сегодняшний день происходит криминализация политических структур и политизация криминальных структур. И мы над этим будем работать. Мы уничтожим, искореним даже попытки. У меня обращение к господину Воронину. С большим уважением отношусь к вам, Владимир Николаевич. Скажите, пожалуйста, вы в свою бытность боролись с криминальными авторитетами. Сейчас вы знаете, что Дадон даже из прессы криминальных авторитетов выпускает из тюрем. Повторюсь, и представляет их к высокой государственной награде. Как вы живете с этим? Что вас побудило создать блок с Дадоном? Мы с вами неоднократно встречались.
И я вам на предстоящих президентских выборах задал вопрос: Владимир Николаевич, почему вы не баллотируетесь на должность президента? Ваш ответ был: вы встали из-за стола в тапочках, подошли к окну и сказали: Александр, для того, чтобы бороться сейчас и поднять эту страну на ноги, нужно здоровье. Мне, к сожалению, здоровье и возраст не позволяет. Я обращаюсь ко всем, кто будет или хочет баллотироваться от партии социалистов, коммунистов, от блока. Уже многие выходят, не поддерживают данное решение о создании блока. Я обращаюсь ко всем избирателям. Что вы делаете? Почему вы на плечи сейчас возрастного человека, уважение и почет каждому пенсионеру? Почему вы на плечи хотите сейчас взгромоздить всю тяжбу и ношу, которую необходимо и не каждый молодой сможет вынести? Вы уподобаетесь Дадону, который закрывается постоянно за юбками, за стариками, который пустил сейчас Воронина на амбразуру. Я прошу вас, пожалейте старика. Мы, партия регионов, готовы полностью поддержать партию коммунистов со всей ее программой и реализовывать вместе с программой партии регионов Республики Молдова. Уважаемые избиратели, дайте дожить век, многие лета вам, господин Воронин. При всем уважении. Я хотел бы еще рассказать о том, что происходило в период пандемии на территории Российской Федерации. Те все группировки, которые вокруг Дадона отстаивают интересы не только в России, но и в Европе, в Молдавии, о которых я говорил ранее. Дар Пентру Молдова, транспортная компания. По информации, которую мы получаем, эта компания, я могу открыто заявить, это мародеры. Те мародеры, которые в Великую Отечественную войну забирали последние колготки у наших бабушек и меняли на кусочек хлеба. А эти подонки в период пандемии, граждане, которые оставались без средств существования, и мы с командой помогали сутками, разъезжали по всей территории России, разъезжали хлеб привезти. Вы брали по 50 тысяч рублей за билет, и потом вы объясняете, что вы снижали цены, вы будете отвечать за мародерство. Мы проведем проверку, если эта информация подтвердится, на каком основании вы работаете, какие налоги, где вы оплачиваете. И по факту предоставленной информации официальными силовыми структурами, налоговыми инстанциями будет принято решение, что делать с вами дальше. Я обращаюсь к руководству ЦИК, международным компаниям, которые будут представлять наблюдателей. Та группировка, которая будет работать на Дадона в европейских государствах, особенно в Российской Федерации, по информации, которую мы получаем, будут определенные вбросы. Та же транспортная компания, которая сейчас навстречу привезла людей из дальних регионов Республики Российской Федерации, будут делать карусели, вбросы. Я прошу каждого взять на контроль лидера партии, которые зарегистрированы как конкуренты на предстоящих досрочных выборах. Обеспечьте контроль именно наблюдателями на участках в Российской Федерации. Мы не должны дать возможность Дадону сохранить свои схемы, которые мы разрушим полностью. Уважаемые граждане Республики Молдова, если мы пропустим сейчас Дадона, если вы отдадите свой голос, для вас по факту ничего не изменится. Дайте возможность сильным, молодым людям, которые душой болеют за каждого из вас. Это партия регионов. Сейчас представлены много партий, но почему-то все партии именно сейчас заявляют свои позиции, высказываются на Дадона, но к
Когда мы боролись все это время с Дадоном и защищали ваши права и интересы, то эти партии почему-то были в стороне. А сейчас они вдруг говорят, что они на коне, и они будут полезны. Мы уже видели на протяжении 30 лет, кто был из вас полезен. Ни одного голоса не отдать тем, кто представлен в любом политическом блоке, в любой политической партии, кто ранее был у власти. Молдова может быть цветущей страной при одном условии, что вы проголосуете за новых и честных людей. Я благодарю всех за эфир и хочу закончить сегодняшнюю пресс-конференцию словами Фаины Раневской. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Дадон, проконсультировавшись со специалистами, я купил таблетки от глистов. Оставляю здесь на столе. Начинай очищаться. Всего доброго. Спасибо.